Наш следующий участник – настоящий активист. Несмотря на юный возраст, Шерзад Имамов уже министр культуры. Правда, пока в рамках школьного парламента. Давайте посмотрим сюжет про этого удивительного парня из Кыргызстана. В нем, наверное, кроются и актерские какие-то способности. Вот человек оркестра. Вот чувствуется по его пластике, что он очень способный парень, очень интересный парень. Энергетика у него шикарная. Плюс он очень позитивный. Вот увидев этого участника, хочется жить. Хочется просто сказать, боже мой, насколько прекрасна эта жизнь. Пройти дальше мне помогли родители, а именно их молитва за меня. Я благодарен своему родному старшему брату Сахибу. Он часто мотивирует меня. Я по национальности уйгур из Кыргызстана. И хочу показать уйгурский танец. Уйгурская культура, она очень богатая. Она очень колоритная. Она очень красивая, можно сказать. Изящная. Участие для меня в шоу – это опыт, колоссальный опыт, удовольствие. Так как я сцену люблю, я люблю танцевать, я люблю петь, я люблю вести мероприятия. И сцена – это моя жизнь. Я когда выхожу на сцену, у меня такое ощущение – туман на глазах. Я забываю обо всем. Музыка – я. И все. Дорогой Имамов Шерзад, администрация, педагогический коллектив, учащийся нашей родной Кимлунской средней общеобразовательной школы имени Усмана Лалиева, гордимся тобой. Желаем удачи и победы! Ура! Наш Шерзад молодец, ждет его большой успех! Ура! Шерзад Имамов, 11 лет! Очень приятно, я очень благодарен. И хочу сказать, что всех я их люблю, всю мою школу. Этот парень покорил своей искренностью и авторской хореографией своего танца. Сегодня он снова готов зажечь и покорить ваши сердца. На сцене Central Asia's Got Talent Шерзад Имамов. Әжәп ой аман екен, күйе құтының дағы, күйе құтының дағы. Ой, күлайым, жүрегім күйі додайым, қанда қылымыз күл айым. Ой, неге барымыз яры?
Скажи, а кто в твоей семье увлекается творчеством? Благодаря этому человеку я на сцене. Я хочу сказать, Апоу, я вас люблю. Все благодаря вам. Мама моя увлекается творчеством. И как она мне сказала, Балам, видя на тебя, я осуществила свою мечту, так как она хотела стать актрисой, но у нее появился я. Давайте подключим жюри к нашему обсуждению. Как вам выступление? Каждое твое выступление я танцую с тобой в паре. А вот эти вот движения рук, кистей, это годами отрабатывается. Я просто в восторге от твоего таланта. Ты супер крутой, ты позитив. Хочется на тебя и смотреть, с тобой и радоваться, и танцевать, и восхищаться. Вот все в одном. Рахмат. Спасибо, Шерзод. Спасибо твоей маме. Она, видимо, родила тебя вот в любви. Было, наверное, очень солнечно, поэтому вот это солнце осталось в тебе, оно живет в тебе. Да, помню выступление многих артистов под эту песню «Гуляем». Но ты молодец, очень достойно, Рахмат. Достойно, да. Шерзад яркий представитель того, что мы ищем в нашем интеграционном проекте. Ты сегодня представил сразу несколько и уйгурский народ, и замечательные узбекские мотивы, и родной Кыргызстан, и вообще ты вот, что называется, человек год талента, потому что, ну, вы знаете историю Шерзада, это простой мальчишка, совсем молодой, который любит то, чем занимается и делится этим со сцены. Дорогой, спасибо тебе огромное. Я тебя прям нарекаю. Человек год талента. Человек Рахмат. Central Asia's Got Talent.